Дорогие наши телезрители, в будущем 2018 году телеканалу «Искра Вект» исполняется ровно 25 лет. До своего дня рождения телеканал запланировал массу мероприятий. Вас ждут конкурсы, розыгрыши, подарки от телеканала. В минувшее воскресенье, 1 октября, телеканал «Искра Вект» провел конкурс на самые оригинальные фотографии. С 13 до 17.00 в торговом центре «Воскресенск» на третьем этаже была установлена инстарамка телеканала. Любой желающий мог принять участие в конкурсе. Для этого необходимо было сделать яркую и интересную фотографию и разместить ее на своей странице в Инстаграм с хэштегом «Искровект25». Уже в эту среду, 4 октября, будут подведены итоги конкурса и отмечены самые яркие и оригинальные фотографии, вызвавшие наибольший интерес у пользователей Инстаграм. Победителей конкурса ждут ценные подарки. Результаты конкурса смотрите в новостном выпуске телеканала «Искровект» 4 октября или на нашем сайте www.vostv.ru.